Дочка сейчас говорит, отвезите, говорит, меня долго на поезде и на самолете. Я говорю, на самолете за границу проблема. У нас на предприятии придется дома потом сидеть неделю или две. Я себе этого позволить, конечно, не могу. Поэтому это вообще дилемма. Все-таки завтрак. Я начала уже, думаю, такая завтрак показываю. Все просто. Блин, мед. Все, кофе. Приятного аппетита. Давайте все-таки про ЛФК я закончу. Хочу ЛФК изучить, курсы пройти, йогу, потом практиковать, помогать людям, потому что массаж, конечно, нет. У меня руки уже, суставы слабые. Я даже когда на ЛФК была, мне там женщина, ну, прямо объяснила, что и растягиваться я тоже не умею. У меня все напрягается. Все как в танцах. Вот. Когда она подошла, у нее такие сильные руки. Я понимаю, что для массажиста должны быть, конечно, сильные, крепкие руки. Вот о чем я хочу поговорить в этой части. Коли вы когда-то в детстве, в юности начали заниматься танцами, каким-то спортом, вы должны делать это всю жизнь. Попробовали, делайте. Потому что, ну что-то, допустим, я вот сейчас все равно ЛФК йога. Ну вот мне еще беговая дорожка, я беру сейчас пока. И хожу, потом легкий бег. Хотя бегать мне нельзя, но мне нравится, я люблю. Почему? Ваши мышцы, когда вот, допустим, когда девочки занимались просто танцами, мне вот говорят, ха, я вот тоже занималась. У меня вот все нормально. Ничего ты не занималась. Ну, просто делала вид, что танцуешь. У нас был станок как в балете. И, в принципе, я должна была перейти потом в более старшую группу, уже вставать на пуанты. Но все это оттягивалось, оттягивалось. То есть в своей группе я уже была лучше всех, то еще по возрасту не подходила. И, в общем, из этого я ушла. Что хочу сказать. Вижу тоже иногда этих девушек, которые тоже занимались, но профессионально именно вот как в этом танцевальном коллективе уже у станка и на пуантах пробовали. Тела у всех развалили, вот как разваленные клюшки. То есть у меня и получается с суставами проблема как раз, вот где мы все делали, растяжку все это у станка, да, гнулись туда-сюда. Именно вот пояснично-крестцового отдела. Сейчас просто пожизненная ЛФК-йога. В принципе, это полезно всегда. Но подумайте, надо ли вам заниматься спортом. Начнете,